Окей, мои дорогие, добро пожаловать в Paint the Town Red! Йоу, всем привет, ребятки! Уху! Сегодня мы пришли в клубешник, будем танцевать. Слушай, а ты уверен, что нас пропустят? Мне 18 нет. Да, а мы сейчас замаслим, видишь, там мега стоит. Сейчас мы подойдем, скажет, эй, хочешь шоколадку? Тихо, только ты его никером не называй, давай, я за тобой буду потихонечку. Привет, давай, конфету хочешь? Я твой друг. Хочешь конфету? Да, он добрый, смотри ему в глаза. Добрый, он, да, нормально? Нормально, ладно, он ладно, хорошо. Добрый. Чувак, я вообще первый раз в таком взрослом клубе, я обычно же все только на утренник в детский сад ходил. Да, пойдем, я тебе покажу, что здесь, да как. Вот, короче, вот здесь танцуешь, знаешь, смотри, какой шар классный, вообще вон. О, да! Дискотека, смотри, вон чувак в пижаме танцует, вообще нормальный. Нифига себе, оу, е! Оу, е! Диско денса! О, можно взять рюмочку и ходить с рюмочкой, как аристократ, просто. Слушай, а мне 18 лет, мне можно пить-то уже? Да, зачем тебе пить, просто бери рюмочку и ходи с рюмочкой. И так все делают. Хорошо, давай, все, я взял. Чокнемся. Давай. Так, дзынь. Так, во. А, вот так вот точно. Да. Так, давай осмотримся, что тут еще есть. Так, вот ребята отдыхают здесь, перекуры у них. Так, вот в той комнате. Как ты думаешь? Это для курилки, это курилка, да, чтобы здесь можно курить? Да, но это точно не бухалка, потому что здесь все... Вот, смотри, я тоже, короче... А, что за... Что произошло? Все, бросай пить, вставай на лыжи. Они заметили, что мне нет... О, боже! Да ты че? Так, тихо, ну идите отсюда нафиг, я в туалет. Ты жив вообще там, ты где? Я жив, они меня в туалете В туалете зажали, да? Зажали, да. О, здесь есть тесак! Тут такая очередь, типа, на избиение. Да они меня недооценивают, у меня есть тесак. Опа, я тоже в какую-то комнату зашел. Занято! Тоже очередь. Занято, собаки, занято! Все. Дайте в туалет сходить. Я пошел. Выбегай на танцпол. Выбегаю, танцы, драки, зашибись. Так, во. По сравнению с байкерским баром, здесь более ограниченное пространство. Здесь только вот танцпол, по которому можно бегать, прыгать. Все, давай его, гасим. Давай, гасим ногами его, давай. Давай, с двух сторон. На. Завалили все. Кровища! Ах ты, продавал! Алкоголь несовершеннолетний, на самом деле мы патруль, как это? Алкогольный патруль. Алкогольный патруль, мы вычисляем. Алкоголь только на трезвяк. Да? Которые нарушают законы государства квадратноголовых. Так, вот, ну-ка, пошли отсюда. Ну, пей, вам налить! Опа. Берешь и кидаешь в голову. Давай. Точно. Угощайтесь! На всех хватит. Поехали. Слушай, чувак хочет, по-моему, выпить пивка. Да, слушай, у него тут бита какая-то. Так, смотри, что я нашел. Ты посмотри на меня. Так, взял биту, забрал. Так, смотри, что у меня есть. Давай. А что такое? Это нунчаки! Да? А я не вижу! Так, что? Не, нунчаки я у тебя, кстати, в руках не вижу. О, серьезно, я бляк! Эй, кто здесь за барной стойкой? Алкоголь только бармен раздает, понятно? Я только что ему голову полностью... Ни хрена себе нунчаки, ты видишь, что она делает с их головами? Нет, что, вскрываешь, да, потихоньку? Смотри, это там вообще остается кровавое месиво. Так, ну-ка, дай пройти. Твою мать, не мешай. Сзади, убегай. Да ему с ноги, ну пошли отсюда, я здесь продавец. Танцы на барной стойке. Ну какие, а? Вообще жесть. По-моему, мы с тобой, знаешь, мы барную стойку сегодня раскрасим красным. Да-да. Paint the барная стойка, Red. Точно. Эй, стоять. Чувак, что ты там стоишь? Присоединяйся, хорошо беседу. Слушай, он там стоит, это босс, осторожно. А, что там какой-то не очень, я у него забрал. Не очень босс, да? Вообще не очень. Там, у него там есть скипетр судьбы. Я просто в него кинул бутылку, он мне отдал сам скипетр этот. Все, по-моему, слушай, какой-то он вообще, ну не босс. Он... Смотри, ну вот специфика вот именно этого босса, я его называю позер или мажор, в том, что он довольно-таки хилый, то есть его можно прям ногой реально сбить, но при этом у него оружие, есть палка вот эта вот, скипетр с долларом. О! Круче довольно-таки. Нифига! Да, я вижу! Прям башку что, сносит нахрен вообще. Че, потанцуем, давай, потанцуем. Слышь, кровавая вечеринка. Офигеть, смотри, так оу, щет! Кровища просто! Я не нашел никакую рюмку, поэтому я наливаю себе в осколок от бутылки. Жесть. И пью. В осколок бутылки? Да. Из розочки, Маугли, да? Маугли настолько суровый, что он пьет из розочки. Разрезая себе рот.
Наливай, ой, раздавай. Я только что получил первый удар. Да ты чё? А я что-то уже тут нормально нахватал. Тихо. Ой-ой-ой, тихо. Зажигай, диджей! Слушай, у диджея там есть прикольное оружие, эти сюрикены. Сюрикены, во, вижу. И по-нашему. Так, пока. Слушай, нормально. Я пока в бейсбол тут поиграю. Ничего не улетает вообще. Нормально. Ты слышишь, музон-то какой? Ага. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Розочка, да? Розочка, давай. Нормально, вместе со осколками стекла сейчас пить. На тесноки. А ты кто? Я там вместе с диджеем. У диджея что-то какое-то подсвечивание. У меня какие-то пижамные тут чуваки хотят что-то надавать мне. У них пижамная вечеринка была только что. Вообще. В своем костюме. Че такое? Я видел где-то здесь биту. Бита еще тут была. О, стул, стул. Пацаны, присядьте, блин. Такой стул, такой стул. Так, тогда все понятно. О, выпить. Держи. Слушай, а где сюрикены были? А я все уже их знахратил. Ты все раскидал, что ли? Походу, да. Даже не поделился, да, вот такой вот я. О, слушай, смотри тут тогда что есть. Вот просто вот я тебе... Ты по комнатам пока не иди, ты по комнатам уже пошел? Не-не-не, вот смотри, на здесь есть... На ресепшене, да, еще? Да, на ресепшене, не-не-не. Лежит такая штука классная, вот прямо здесь вот. Вот я тебе ее предоставляю. Не-не, бери пока еще, пока возьми ее, а лучше вообще ее не бери, мы пойдем на босса с ней, или ты уже взял. А босс уже был, да, в смысле его там босс? Еще? Не-не, там же еще есть, там есть бандитская комната, угу. В которую мы тоже должны вломиться, это босс этого клуба там заседает. О, посмотри, там, кстати, вот его... это же этот, который нас пустил-то, шоколадный заяц. О, точно, босс пришел, смотри, босс, где он? И у него катана, берегись. Катана? Это азиатская вечеринка была. Сейчас я ему смотрю, в затылок прямо меч воткнул. Ой, осторожно, ой, осторожно. О, да, слушай, он меня оторвало вообще знатно так. Что, половину подхапал? Половина! Действительно. Так, тихо, спокойно, где я? Ой, я даже заблудился. Ой, я промахнулся. Так, опа, на, держи стул, посиди, расслабься. Блин, я ему в голову воткнул меч или что там было, и она там осталась. Я его нучаками бью. Оба. Давай, мочи его. На, ему стулом, блин. Сейчас я ему рюмочкой. Опа, тихо, осторожно. Тут, осторожно, да, это было близко. Давай, со всех сторон. На его. Рюмочки. Ноги, падла. Сбоку, знаешь, разделяя властную просто. Ай-яй-яй-яй, осторожно. Так, надо сначала вот от этого security избавиться, он нам мешает сильно. Да. Фига музон вообще качает. Вообще. Сзади покажу. Присядь. Опа, тихо. Бей его, давай. Давай, пинок под задницу. Опа, ту. Капец, смотри, у него уже просто ребра торчат. Вообще, я вижу, да. Еее, дискотека весело. Так, надо еще что-нибудь взять. О, стул, еще один стул. Эй, диджей, музыку вруби. Диджей, музыку, алло. Что случилось? По-моему, нет? Я его не трогал. Он просто убежал. Так, а что у нас? Смотри, он... Он так. Рубится с кем-то. По-моему, диджей пошел рубиться с азиатом. Ага. Я застрял. Так, бутылочку выбросили. А диджею тоже не нравится, что мы здесь. Бросай пить, вставай на лыжи. Я валю отсюда нафиг. А, вон он, чаки нашел, слушай. Отлично. Босс. Опа, лайка, босс. Все, так, одного. Так. Слушай, это живучий. Яра, лови. Тум-тум. Ну, отлично. Вообще живучий, как. Ай, мама. Ай, он меня рубанул. Да ты че? Слушай, а еще один рубанок с его стороны, и все, и мне кажется, ты его убил? Да, кажется, я его добил. Катану бери! У меня нанчаки. У тебя нанчаки, почему они показывают, что они на полу валяются? Не знаю. Ладно, я катану взял. Засрань. Пошли, зачистим помещение, потому что у нас еще здесь люди остались, видимо. Ага, вот смотри, вот еще вот эти ребята. В туалет очередь. Я слишком хочу в туалет, товарищ проблеми. Да у него по. Нифига, я его покромсал. Пополам! Вообще пополам они разлетаются. А ну ляг! Сейчас жестоко. Вообще, ты посмотри, что там реально туалет красный. Все, мы всех завалили. Туалет зред, да, слушай, ништяк. Давай сходим, посмотрим по комнатам, проверим, что там еще. Может быть, там какие-то интересные оружия остались или что. Вот я сюрикены подобрал в туалете. Ты был, что ли? Да. Я думал, там какой-то враг выбежал из тузика. Двери открывай. Ты смотри, просто все. О, сюрикен в унитазе, прикинь. Да, я уже подобрал, бери. Для брезгливых, да, специально оружие. Ага. Тут, по-моему, чувак. Так, а что, мы реально всех уже покромсали? Да, мы всех завалили, кстати, смотри. О, я вижу биту. Здесь бита есть возле писсуара. Тоже, кстати, к ней только. О, пачки денег. Я нашел, короче, на втором этаже. Иду. Комната босса там вот. Да. Смотри, а это выход куда? Вот какая-то лезть дверь. А, это просто открытая дверь, я понял. Так, что у нас здесь? Денежки хватай, бежим! Что такое, смотри, это какие-то.
Payday. Сигары, наверное, или что это? Сигары, теперь я буду боссом. По-моему, это, знаешь, это просто шоколадка такая лежит, такая... Этот, как он называется-то? Риттер Спорт. Ну да, типа того. А как ты видишь, что я сейчас сижу или ну, как? Ну ты сидишь на картах просто на стуле, как настоящий гопник. Как пахан натуральный, с катаной. Надя, денег! Ты хочешь еще денег? На, держи! Ты принес мне деньги! На, деньги! Вот они, вот они, все деньги! Это недостаточно денег, я заколю тебя катаной! Слишком мало денег, нужно больше золота! О, еще нож здесь, нож и нунчаки здесь есть. Короче, оружие дофига здесь вообще. Ну да, тут оружие больше, чем врагов, по-моему. Ну нормально мы их так покромсали так. Да, здесь вот тесак. Ну да, нормально, короче, мы разнесли полностью весь этот клуб. Не напрягаясь на самом деле даже как-то. Чуть не напрягаясь. Да. Ну что, тебе что-то надо здесь еще? Да нет, пойдем, нормально отдохнули. Хороший клуб. Что-то пришли, всех убили, не потанцевали, не набухались, ничего. Что в клуб пришли? Да я пойду на каком-нибудь сайте отзыв оставлю. Хороший клуб, понравилось. Хороший клуб, приходите туда почаще. Уровень завершен, всего лишь 9 минут 34 секунды понадобилось нам для того, чтобы разнести его в хлам, в полнейший. 51 человек, точнее не человек, а боксельный квадратноголовый придурок был убит нами, собственноручно. Ого. 19 оружий мы использовали, и 11 из них сломались. Следующий уровень, это у нас будет уровень в тюрьме, который мы, соответственно, будем проходить обязательно. Угу. А на этом всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на каналчики и всем тортик. Покедова!